have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! У нас тут закат или рассвет, уже не знаю, что именно. Вот, мы с вами в симуляторе вождения закат. Теперь стало явно, что это закат, потому что по времени я не вижу, где тут часы находятся, но ладно. Нажми-ка, включи фары. Опа, да, вот так будет красивее. Мы тут взяли парочку внедорожничков и решили прокатиться, собственно, в этом самом симуляторе вождения. Поехали. Я думаю, мы сейчас доедем до ближайшего города, который вот, собственно, вот там недалеко. Игрушка не представляет из себя ничего, кроме, собственно, симулятора вождения, что очень здорово. На самом деле, знаете, когда какая-то игра специализируется на чем-то одном и делает это хорошо, это всегда очень приятно. То есть тут очень хорошая физика движения автомобилей. Ты чувствуешь вес машины, скорость машины, как вот, видите, ее заносит. Она относительно плохо управляется, потому что она не должна хорошо управляться на такой скорости. Ёкарный бабай автобус. Оу, я две тачки заработал. Тут это... Гиги за шаги. Вот, то есть, в общем-то, просто катаешься. Ты свернул или поехал дальше? Дальше, поехал. Дальше, хорошо. Мы еще едем по 76-му шоссе, как вы видите. Так, что у нас там по карте? Да, на следующей развилке нам нужно будет... убери отметку. Игрушка очень хорошо ощущается, вот что я вам скажу. Вот начиная с менюшки, заканчивая самим геймплеем, она такая очень... приятно, здесь хорошо находиться, приятно, здесь очень ровные, красивые текстурки, очень прикольно прорисованные машины, вот я сейчас вам покажу кое-что. Все выглядит очень реально, но при этом твою аватарку не меняют. Ты такой сидишь внутри, вот не достаешь ты там до руля, ну и на здоровье. Главное, что это твоя аватарка внутри, вот смотрите, я даже не вижу, что там происходит, у меня просто шляпа торчит. Вот, но при этом, смотрите, почему? Какая атмосфера снаружи. По-моему, очень здорово. Тут сверчки, и все по-настоящему. Причем, смотрите, если ты говоришь, ты пытаешься выйти из машины, тебе говорят, чувак, ты не припарковался, нужно поехать на обочину куда-нибудь, например, и нажать кнопочку P. Вот тогда ты припарковался, машину выключил, и тогда из нее можно выйти, чтобы вопрос. Она не исчезла. Почему меня только что сбил туалет на колесах и на моторчике? Ну ладно. Я думаю, там не разбрызгало на всю улицу. Так, буквочку П и поехали дальше. Ну, буква П для того, чтобы поехали. П. Поехали. Довольно хорошо сделано ускорение и вот торможение. Опять же, физика в игре присутствует очень хорошо. Ездишь, получаешь мили за мили. Вот. Итак, город. Кстати, если нарушать правила, прям зверские, то за это начинают штрафовать. Поэтому это скорее не GTA-шка, это скорее мафия такая. Если ты как вот уже в город помнит. Попал? А? Ты как уже в город попал? Доехал. А ты что, мимо проехал, что ли? Походу. Вот. Машинку можно заправить. Подъезжаешь, такой, опа, рефюэл. Премиум октан. Серьезно? Ну давай премиумом. Да, вот, заправились. С нас там сняли какую-то денежку. Моторс, минуточку, можно заказать себе... Ой, смотри, какой тут жук. Слушай, красивый. Давайте посмотрим, какие машины еще можно заказать и каким образом это все происходит. Потому что... Я могу на эти штуки ездить, а? Нет, не могу. Жаль. Я понимаю, что это не моя машина. Давайте посмотрим, что еще можно приобрести. Так, заспавнить vehicle. Я тут пооткрывал себе немножечко. У меня тут Miata появилась. Ой, Smart, на Smart можно. Я вообще заказал себе изначально вот этот Wrangler, но пока катался, у меня пооткрывалось немножечко тачек.
Мне теперь интересно, например, вот эту вот Камару. Ну-ка. Блин, а как там можно было цвет? Почему они у себя красного? Это шапка и это лицо просто бесценны. Именно с таким лицом люди на Камару ездят, серьезно. Красный. А с фиг ли она мелькала мне, как припаркованная? Смотри, вот эти пальмы, вот эта Камара. И вот эти глаза. Это же Вайс-Сити. Да, все Вайс-Сити с такими глазами. Ну, в смысле, это вайб из Вайс-Сити. Хорошо. Да. А почему мне... Почему она еле едет? Ну хорошо, мне казалось, что просто Камара должна рвать со старта. 2000 соло в пати, 76-м, 1,3 мили. Давайте попробуем, я хочу посоревноваться. Почему моя машина просто в воздух тыкается? Потому что. А мне карту покажут, куда ехать-то? Едь, пожалуйста, по-моему, Ранглер был повеселее. Да, ребят, Камаро это вообще неуправляемо, Ранглер был повеселее. То есть я как раз похвалил физику машины, что Ранглер очень хорошо себя ведет, все, но теперь вот я вижу, что на вот этом вот я зря поехал, надо будет машину поменять. Она, в общем-то, как бы это в Ашпене едет, если что. Надо будет взять что-нибудь другое. То есть сделаны все модельки, конечно, красиво, я не спорю. Воу-воу-воу-воу! К тому же, да, это еще и карта по бездорожью! У-ху-ху-ху! О, за мной уже гонятся 3 полицейские звезды, круто! За тобой прям гонятся полицейские звезды? Да! Ну реально, у меня уже 3 полицейские звезды, а вы вообще... Я первый, потому что я сам участвую в этом всем, да? Да! Круто! То есть, как бы ты ни ездил, ты будешь первым! О, меня штрафовали за езду по... А, за превышение скорости. А сколько тут кругов надо проехать? Под эту адскую музыку! Под эту адскую музыку! Просто мой стиль езды сейчас не совпадает с тем, что звучит на фоне. Ой, блин, тут забор-невидимка. Кто смотрел «Кошки против собак», я думаю, тебе вспомнят эту фразу. Да, эта машина вот, ну, в жизни эта машина, она прикольная, вот здесь она, конечно, реализована так себе. Так себе. Я первый! Ура! Да! Едь, пожалуйста, едь, едь! Ну-ка. Так. 108, 109, 110. Исполнится через... Так, все, хорошо. Посмотри на награды. Да потом гляну, сейчас хочу посмотреть еще тачки. Че с Миатой? Интересно, Миата будет нормально ездить или нет? Так. Спринтер, томагавк, че? Так, ладно, давайте Миату посмотрим. А, тут же у нас есть топ спид, да, ну-ка сейчас сравним. За 7 секунд. Я как-то неправильно на ней ездил, что ли? О, посмотри, свалю. Блин, что-то медленькая машина, это медленная машинка. Ну, Миата тоже какая-то, не знаю, вяленькая. Может, я что-то не так делаю? У меня рука в ней не помещается. Так, стой. Тут можно вот так сделать. Опа! Да! Это главная фишка Миаты, за что ее покупают, смотри. Опа! Опа! Где я?
У меня коты по полу. Коты по полу тащатся, ты посмотри. Машина на три кошачьи силы, серьезно, там три кота такие снизу бегут, толкают. Это что? То есть я-то села, плащ по полу тащится, и у меня. Да, ладно. Три кошачьих силы. Двигатель на три кошачьи силы. Ну-ка, насколько быстро коты тебя отвезут? Ай, так себе! У меня колеса выбило! Так, блин, я хочу автобус. Да-да-да. Знаете, из всего, что здесь есть, пока что мне больше всего... Так, с паркинга снимись. Пока что мне больше всего нравится именно Ранглер, как ни странно. Ну, то есть он на свой вес адекватнее всего себя ведет. В общем, ай, нормально. Меня колеса выбили. Просто катаешься. Карта здесь огромнейшая, если что. Смотрите, тут можно прям жевать, не переживать. Тут можно переколесить. Можно в Одессу, можно в Ньюарк. Можно куда хочешь поехать, в Борденвиль. Я все там же, в Вестовере. Я уже близко к Вестоверу. Я там думаю. Просто катаешься, просто получаешь мили. Без одного колеса тяжело ехать-то. Поменяй машину. Я очень как бы далеко от того, чтобы поменять машину. Я автобус хочу. Автобус интересный. Ладно, сейчас посмотрим, например, я прокачусь, мне дадут 10-й ранг. Посмотрим, что на 10-м ранге, какую машину мне откроют. Потому что я так понимаю, что каждый ранг открывает какую-то тачку. Сейчас мы, опа, пары вырубим. Знаете, вот так вот просто едешь, просто приятное ощущение путешествия. Куда-то едешь, о чем-то... Даже музончик можно поставить какой-то на фоне. Уу! Так, что там было у нас? Па-па-па-па-пам. F. To pay respect. Ну-ка, поехали в эту сторону. Не шатайся. Шотен. О, у меня уже три звездочки за мной, круто. Wanted. Блин, меня ищут. Можно, кстати, очень красивые панорамные кадры делать, я не знаю. Сейчас пришло то время, когда Roblox уже годится для того, чтобы снимать фильмы. Можно делать красивые панорамные пролеты с тем, как, например, главные герои едут по какой-то местности. Можно делать вот так вот. Вот так вот. У-ху! Блин, я в забор врезался. Не знаю, вот именно с этой точки зрения... Ой, новые колеса. С этой точки зрения очень красиво сделанная игра, очень красиво сделанный режимчик. Z. Nissan Z200, Z300, ребят. Если я не прав, поправьте. Да! Газонокосилка! Все, конец всем газонам. Тут можно вон и гоночки брать. Не знаю, то есть... Такое место, сюда приятно прийти, приятно провести время. Я сегодня в первый раз увидел эту игру, но здесь просто приятно находиться. Хорошо продумано, оно не маленькое, оно не тесное. Ты просто ездишь, просто катаешься, просто в удовольствие. И все. А что еще нужно? Вот, то есть, не знаю, ребят, по-моему, классная вещь. Да? Это довольно-таки очень классная игра, здесь прям... Офигительно розовые жуки. Розовые жуки. Вот каждый здесь найдет для себя что-нибудь хорошее. Кто-то хорошую графику, кто-то хороших розовых жуков. Все нормально. Надо будет посмотреть потом, как красить. Потому что если можно сделать розового жука, мы видели жука в клеточку. Наверное, ж можно как-то покрасить ее. Это просто я еще не допер, как это делается. Меняется время года. Он у нас... Кстати, последовательно мы начинали запись 11 июня. Сейчас 12 июня, то есть тут какой-то свой внутренний календарик идет. Лето у кого-то до сих пор. Знаешь, что мне вот это вот колесо напоминает? Что? Так, оп. Нет, сначала погоди, вот так. Я забыл, что машину парковать надо. Я думаю, то, что я полностью застрял. Мне это колесо напоминает... тут даже посидеть можно. Блин. Мэтт Сити. Да, правда. Я поехал, между прочим. Чувак, оно само.
тут можно покататься на колесе. То есть это игра про машины, исключительно про машины. Здесь много приятных деталей, которые не совсем очевидны, но которые ты потом обнаруживаешь, и оказывается, ой, а тут и так можно тоже. Колесо, кстати, очень неспешное, ну, в общем-то, как оно и должно быть, как и любое колесо обозрения. Фишка в том, что сюда можно прийти и сесть. То есть, кто-то такой думал, сейчас сделаем игру про машины, прорисуем город, прорисуем детальки, и кто-то, о, давайте еще и колесо, да-да, чтобы туда можно было сесть, да-да, точно, а чтобы оно еще каталось, о, да-да, точно. Вот, в общем, вот так вот оно и получается. А, и я катаюсь на колесе, сбиваю себе звезды, или просто, что я давно не нарушал, я сбиваю себе звезды. Ну, в общем-то, вот так вот. Сейчас мы потихонечку будем взбираться на вершины. Может быть, еще и Ютуба посмотрим. А на этом, наверное, пока что будем заканчивать режим. Будем заканчивать эту серию, ребятушки. Мы, наверное, пойдем кататься дальше. А с вами мы увидимся в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодышек. И всем покеда. Всем покеда.